Вручение паспортов в торжественной обстановке уже стало хорошей традицией в нашем городском округе. В этот раз юным гражданам, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта в ЗАГСе. Свой самый главный документ в жизни получили 17 ребят. Поздравила юношей и девушек заместитель главы администрации Елена Суслина. У вас начнется новая жизнь, интересная, с приключениями, с массой возможностей, но в то же время с массой обязанностей, ответственности. Я вам желаю идти по жизни с этим новым документом весело, задорно, счастливо. Также, помимо паспортов, подросткам в подарок вручают стильные обложки на паспорт. И для всех вот объявляю про обложку, что со специальным дизайном Московской области. Напомним, что вручение паспортов молодым людям, которые достигли 14-летнего возраста, проходит сразу в ЗАГСе, администрации и МФЦ. Праздничная атмосфера создается для того, чтобы ребята смогли запомнить этот день надолго. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.